Привет, ребят! В Самаре пройдут также, после встречи пройдут также индивидуальные проработки. Что такое индивидуальные проработки? Это когда вы понимаете, что у вас есть какая-то проблема, пытаетесь ее решить всеми известными вами способами, и это все равно не получается. Все равно у вас есть затык в каком-либо делании, действии, в реализации какого-нибудь дела. Это говорит о том, что вы не там копаете. Что такое проработки именно со мной? Это когда я начинаю копать там, где вы думаете, что все хорошо. Потому что если бы вы решали вопрос действительно там, где он есть, вы бы его уже давно решили. А то, что вы не можете заметить, то, что вы не можете увидеть, это как раз про то, куда я залезаю с огромным удовольствием. И если вы считаете, что у вас все замечательно, но почему-то не идет, это просто вы так считаете. И если вам это интересно, если вы готовы менять себя кардинально, если вы готовы идти в то, что неизведано, и менять то, что страшно, то записывайтесь заранее на индивидуальные проработки, потому что места строго ограничены. Жду вас.